Это проект «Не провинция», и мы, наконец, доехали до Краснодара. Ну, во-первых, мне было очень интересно посетить Краснодарский край именно в контексте, выходящем за пределы самого города. Во-вторых, я слышал о том, что сюда сейчас массовая миграция из северных районов происходит. Было интересно, знаете, хватило ли всем места. Что мы думаем, когда слышим слово «Кубань»? Ну, понятно. Это овощи, фрукты. И все где-то находящееся на уровне середины 20 века. Это подкаст «О чем говорят женщины». Юлия, Анастасия и Юля вновь в студии Red Barn, и мы будем разговоры разговаривать, нравится вам это или нет. У нас из трех героев один лидер российского медиа, причем медиа самого модного. В первую очередь Игорь впечатлил самим фактом того, что он держит основную долю рынка в таком модном явлении, как подкасты, работает по всей России. А при этом он даже в Москве ни разу не был. То есть, ну, Лада не живет в Москве. Но он даже не соизволил приехать туда. Игорь, как так получилось, что ты в Москве ни разу не был, а сточу подкастов там открыл? Молча. Я так и думал. Расходимся. Так, скажи мне, пожалуйста, зачем ты вообще всем этим занялся, если у тебя было нормальное образование врача? Врач-психотерапевт. Психиатр-психотерапевт. Ты работал хотя бы час? Нет, я прошел практику, и этого хватило. Чтобы больше туда не заходить? Да, я медицины больше не касался. Это тяжело, это морально тяжело. Можно долго рассказывать о том, что это было, знаешь, так подготовлено, спланировано. Не надо вот тут лечить никого. Это было случайно. Я ленивый и ничего не умею. То есть даже шаурму я бы скрутить тогда не смог. Угу. Мне все казалось, что вот настоящие деньги где-то вот там в онлайне. Что достаточно просто открыть один любой проект, один любой продукт, и все. И ты деньги просто вот идут. Так оно и началось. Это было 11 лет назад. И вот так оно медленно растет. Я не могу похвастаться той историей, где я в одно утро проснулся, и все это сложилось. Угу. Сейчас это больше, чем 200 человек коллектива. Это прям огромная махина в трех городах. Мы по недавнему исследованию стали номер один по производству подкастов в России, по объему выпускаемого номер контента. Номер один по подкастам в России. Да, по объему выпускаемого контента. Но я никогда не был в Москве. До сих пор? Нет денег на билет? Нет. Ага. Заберите меня с собой. Да нет. Я пришел на вашу передачу, чтобы меня забрали с собой. Может быть, просто сейчас это может показаться вообще всем кощунством, но я не очень люблю путешествовать. То есть это странно, но оказываясь в новых локациях, знаешь, как вот хоббиты, они хотят домой. Для меня вообще непонятно, как все это работает, ваша вот эта вся магия. Расскажи мне, в чем суть? Удивительно, коротко, так, за минуту. Удивительно, что об этом спрашивает человек, который и так постоянно находится в кадре. Для того, чтобы тебе было понятно, мы просто берем и удаляем видео со всего процесса. Так. Остается звук. По сути, нет разницы между радиопередачей и подкастом. Подожди, вот у меня есть, не знаю, программа на радио. Да. Я эту программу на радио выгружаю и у себя размещаю на странице ВК как подкаст. Я подкастер? Да. А зачем ты мне? Чтобы я пришел к тебе и сделал свою программу? На самом деле у тебя небольшие такие профессиональные искажения, потому что это сложно. То есть сам продакшн, он сложен. У многих людей нет доступа в студии. У многих нет возможности, как ты сказал, взять и нарезать. То есть они не понимают, как. В целом весь продакшн в медиа — это достаточно тяжелая вещь, в которой вовлечены очень и очень много людей. Это и звукорежиссура, это и сценаристы, это и ребята, которые занимаются просто дистрибуцией контента. То есть отдельные люди, которые обучены тому, чтобы выкладывать все это на площадке, потому что тоже есть нюансы. То есть я прихожу к тебе, у меня ничего нет. Говорю, слушай,
Я могу привести чувака, который расскажет про ядерную энергетику. Пожалуйста, можешь мне все записать, да. Потом куда-то все выложить. И ты с меня деньги не возьмешь. Ты возьмешь с компанией, которая купит рекламу внутри подкаста, да, и ты оценишь, классный я чувак, интересный, неинтересный, кому меня продать, правильно я понимаю? Да, да, все именно так. И сколько ты в год пишешь таких? Сейчас из актуальных это 80 проектов. Каждый проект это час в год или проект это... Это час в неделю. Всем привет, это Павел. Давайте. 85 проектов по часу в неделю ты делаешь. Да. Ну, не лично я же. Неважно. Ты Карабас-Барабас. Да. Но он, по-моему, был злым. Я, наверное, не очень злой. Ну, так мы же еще только начали. Как это работает, понимаю. Оборот можешь рассказать годовой? В районе 150-200. На рекламе ты зарабатываешь, на подкастах? Да. А какой процент в среднем получает сам подкастер? А есть истории, где мы платим гонорар разово, и человек отдает нам сезон. Есть истории, где люди получают по выпуску, то есть это обычная зарплата. И цифра тебя сейчас удивит, но, наверное, старт — это от 1000 рублей за выпуск. Максимум это, наверное, в районе 60-70 тысяч рублей. За выпуск. Понимаю, понимаю. А скажи, пожалуйста, сколько ты считаешь в среднем охват подкастов в России? Сколько людей слушают подкасты в стране? Есть официальная статистика Яндекса, и они говорят о том, что это около 30 миллионов человек. Мы здесь, наверное, опередили всех и были, наверное, первыми, кто заявил о себе как о студии, потому что у нас разом появилось 4 проекта. Здесь, как я и сказал, воля случая, мы решили, что если рынок будет расти, нам нужно просто оставаться в рынке самыми большими. То есть, ну, есть такая теория в бизнесе, что ты будешь пухнуть просто потому, что рынок пухнет. То есть ты ничего для этого там особого не делаешь, и мы как бы будем расти, скажем так, на волне. Интересно было с ним говорить с точки зрения стоимости труда. И вот он здесь, пользуясь не такой дорогой стоимостью труда в Краснодаре, выстроил систему. В Москве все записывается, сюда присылается, здесь все обрабатывается и пускается в эфир. Перераспределение в бизнес-процессах от такой москва-центричности к регионам. Мое детство прошло тоже в Краснодаре, и я помню, что это все начиналось с числа 400-600 тысяч человек. Сейчас только по официальным данным в городе, по-моему, 1 100 000, и агломерации составляют около 1 000 000 человек. Итого мы имеем цифру, ну, от 1.5 до 2, от источника к источнику она разнится. В 4 раза? В 4 раза за какие-то, ну, лет, наверное, 10-15, и это становится огромной проблемой для инфраструктуры. В целом у меня есть пример моих знакомых, которые, живя рядом со мной, добираются до работы по 1.5 часа утром. А у вас есть пробки? У нас очень сильные пробки. И Москва? Москва, да. И дорога домой у них занимает около 2 часов. У вас здесь колоссальный приток людей, которые хотят жить в нормальном климате. Да. Тут же вообще нет зимы, правильно я понимаю? В основном это цифры около 0 и редко ниже. Сейчас у нас что, апрель? Плюс 20, да, сейчас? Плюс 24. В принципе, люди, которые приезжают с то, что мы называем северов, это все, что за Ростовской областью, они используют наше море по прямому назначению и в октябре, и даже в начале ноября. Еще купаются? Да, да. У тебя есть сотрудник, который приехал сюда, из как ты сказал, северов? Приезжают очень-очень многие, и у меня сейчас в команде, ну, наверное, больше половины. Это люди, которые приехали в Краснодар. Когда я пытался выяснить, почему люди делают выбор не в пользу Петербурга или Москвы, не в пользу больших столиц, оказывается, это действительно климат. Как будто бы они не выигрывают многого, переезжая туда, потому что жизнь в городах, не являющихся столицами, она дешевле. И ты живешь в том же уровне благосостояния, живешь примерно в том же достатке, но только еще и климат хороший. Ты понимаешь, что да, город растет, город развивается, это, конечно же, приятно. Да, убедил. Мне было интересно, как работают подкасты, откуда туда деньги приходят, кто за что платит. Могу теперь консультации вести. У меня куча материала, который попадает под определение подкаст. Это, естественно, и программы на радио, куча аудиоконтента, чтение рассказов. Но пока я еще свою систему подкастов не сформировал. И вот уверен, теперь мне Игорь поможет, сформирует. Так что, Россия, бойся. В
в рамках не провинции не так часто у нас попадаются все-таки ученые, которые еще занимаются практическим применением. Я просто хотел посмотреть на человека, который, ну, меняет мир. И то, что он построил фантастическую бизнес-модель, это очевидно уже есть у него 60% рынка, и на этой основе сделал прорывной проект, это свидетельство о том, что у него очень системный подход к развитию. А вы учились здесь? Да. Скажите, почему решили выйти из амплуа обычного врача и построить, ну, по сути дела, систему? Честно? Да, конечно. Докторскую защитить не дали. А подробнее? Я очень любил науку, преподавал, и была очень интересная тема после кандидатской. Какая тема была? Папилломовирусная инфекция, именно по прогнозированию рака, перехода предрака в рак. И нас это интересовало, но так получилось. В общем, обиделся. Кого благодарить-то, если бы вы тогда не обиделись, сейчас бы не было то, что происходит, правильно я понимаю? Насколько вы считаете, в ближайшие 5-10 лет нас ждут какие-то прорывы именно в борьбе с онкологическими заболеваниями? Мы и так находимся в прорыве. То, что сейчас внедряется генетика, это вообще изменит отношение к диагностике многих заболеваний. Расскажите, что именно вы делаете в Краснодаре? Я стал читать, ничего не понял, решил дождаться. В Краснодаре я живу. Так. Как и вся моя команда. Мы крупная компания, мы обслуживаем в год приблизительно около, ну, от 1,5 до 2 миллионов визитов в наш холдинг. Это практически 30% населения. Лабораторная сеть, она практически закрывает весь Краснодарский край. Но вопрос в том, что мы сейчас вот по генетике. Технологии, которые здесь у вас, такие же, как в Москве? Такого Нет. же? И какие? Оборудование, на котором мы делаем, оно в Москве есть, но в научно-исследовательском институте, в одной крупной генетической частной лаборатории в Твери. Да, эти фирмы известны там все. Это секвенаторы последнего поколения, недешевые. Ну, когда Феликс зашел, сразу понимаешь, вот он, философ. Я особенно ждал эту встречу, потому что считаю, что именно медицинские технологии станут основой прорыва развития цивилизации, и я очень рад, что в России они на определенном уровне. Можно я вас немножко проинтервьюирую? Тут вообще. Ну, человек вы здоровый. Ну, психически есть вопросы, физически как и меньше, у меня, да. Как и у меня. А сколько прожить хочешь? Я тут был в Северной Индии и... Храм-Сали? Да. Да. И там, соответственно, астролог мне точно сказал, она сказала, 87 лет и что-то 6 месяцев. Астрология — это не наука. Да, это, но, тем не менее, цифра хорошая. Сколько хочешь прожить? Допустим, 90. 90. Замечательно, отлично. Как умереть хочешь? Вот это очень хороший вопрос. И раньше всегда мечтал во сне. Но вообще, конечно, без мучений. Давай так, без мучений. Без мучений. Тогда ты не умрешь, ты перестанешь жить. И для того, чтобы мне перестать жить, я должен заблаговременно об этом позаботиться. Я, например, знаю, от чего я умру. Ну, по крайней мере, я знаю слабые места, на которые мне нужно обратить внимание. Вот в ваших лабораториях что человек про себя может узнать? Какая у него ахиллесова пята? То есть, что является его слабым местом? Я могу сказать по себе, у меня Паркинсон, болезнь Паркинсона, в рецессиве, то есть она не проявится. Но своего сына я заставил, я уговаривал его год. Слава богу, у него не передался этот ген. Почему меня это беспокоило? Потому что, например, если бы он был носителем его, и он бы влюбился, ну, естественно, влюбился бы в девушку, и у нее был бы, например, ген такой же, то они были бы у них неактивны. Но в процессе могли активироваться, и мой внук или внучка бы, ну, например, до 16 лет бы не дожил. Даже так? Даже так. Потому что врожденная болезнь Паркинсона – это болезнь, как правило, которая приводит к смерти. И что бы вы сделали тогда? А ничего страшного, просто тогда бы мой сын должен был четко знать, и он это знает. Перед тем, как создавать семью, надо заставить. И если у нее, допустим, так. Такое? А это тогда свобода выбора. Но исправить это нельзя. Имеется исправить, пока это на уровне. Пока это исправить нельзя. Но а не что-то есть, что можно исправить? Конечно. Есть, да? Абсолютно есть. Медицина — это инвестиция в будущее. Применение генетики у нас в клинике в репродукции дало положительных результатов 82%. А что значит положительных результатов? Рождение детей. Здоровых или просто рождение? Здоровых. Короткая история. У моего друга сын женился, жена его забеременела. Ну, мы сидим там с друзьями, я говорю, слушай, ну кто будет? Она говорит, по секрету скажем, мальчик. Я говорю, а если не мальчик? Он говорит, да нет, лучше УЗИ смотрел, мальчик там неоднократно. Я говорю, слушай, ну давай с другом. Я говорю, слушай, ну давай поспорим. Завтра сдадим кровь. Ну, если мальчик, мальчик. А если вдруг девочка, то... Да не может быть. Мы поспорили. Девочка. Девочка. Да.
И в итоге девочек. Девочка, естественно. Более того, 2 года прекрасно. Ну, там была такая реакция, такая человеческая была. Он так раз, я говорю, да ты не на то обращаешь внимание. Она чистая. Ничего нет. Имеется в виду никаких патологий. Это круто. Это круто. Это я говорю, а мальчика еще второго. Любой генетический анализ, конечно, говорит, люди его боятся. Они говорят о том, что а вдруг у меня это. А я на другое смотрю, я на другое обращаю внимание, говорю. А смотри, чего у тебя не будет. На самом деле генетический анализ – это анализ позитивный. Успокоение, потому что многие вещи в большинстве там у вас не будет. И из того, что у вас может быть 2, 3, 4, 5 состояний. Но это же не 1000 состояний. Почему вы сами не едете в Москву? Я люблю Москву. Я очень хотел в молодости переехать в Москву. У меня даже было предложение в Центральном кожном институте. Я не знаю, почему это мне казалось. Честно ответить, я не выдержу. Я старый человек. Ну, вернее, Москва для молодых. Для молодых. Для молодых. Я не смогу выдержать того ритма, который требует Москва. Она много чего дает, но она и много что требует. И зачем? Я же не могу перевести свою команду людей, которые верят в то, что делают. Потом опять. Наверное, все-таки я провинциальный человек. Там, где замечательная была фраза относительно того, что когда ты сдаешь генетический анализ и узнаешь, какие у тебя есть предрасположенности, можешь, конечно, погрустить, что у тебя 5-6 есть предрасположенности, но ты должен радоваться, что у тебя нет десятков, если не сотен остальных. То есть это анализ, который тебя успокоит. Говорит, а вот этого у меня уже, скорее всего, не будет. Все, можно остыть. Сколько по времени будет анализ моей крови? Мы сделаем его, так называемую, мокрую часть за 2 недели. Mm-hmm. Даже меньше. Ты получишь книгу, красивую книгу, где будет указано все, о чем мы говорим. Я ведь правильно понимаю, что такой возможности нет, она не в каждом регионе есть? Нет. Мы из частных лабораторий первая, которая не то что имеет оборудование, а мы способны на нем работать и расшифровывать. В ближайшие 10 лет, я уверен, практически каждый гражданин нашей страны будет проходить эти исследования генетически для того, чтобы избежать и потенциальных болезней у детей, и для того, чтобы знать, к чему готовиться в старости. Здесь я думал, ну, мы едем в какое-то там винное производство. Когда я понял, что вот это все владение маркиза Карабаса, мы едем и едем, едем и едем. И потом туда добавляется и фермы, производство вина, производство сыра. Мы дальше видим, что озеро выкопано самостоятельно. Причем озеро 4 километра. Ты понимаешь, что это целая эта страна строится. Молодой очень парень. Здорово, что он вернулся в страну. Нам таких очень сильно не хватает. Те, у которых есть международный взгляд, международный подход. И которые могут развивать что-то здесь у нас внутри. Я правильно понимаю, что передо мной сидит человек, у которого 1 000 000 бутылок в год практически выпускается, 1500 гектар, и вот он такой вот молодой, красивый, живой, здесь передо мной прям сидит, просто вино попивает. Так все? Ну, во-первых, это наша семейная компания, да, которую основал мой отец, и он остается главным акционером в этом всем. Угу. Так что, да, отчасти я являюсь партнером, но младшим партнером в этом всем. Какая скромность. И второе, если я правильно понимаю, ты жил не в России практически там, с юного возраста. Да, да, я только 1 класс закончил в Москве. Угу. И уже с 8 лет уехал. В итоге закончил университет в Штатах, потом поработал чуть за рубежом и вернулся уже вот 23 года. Для того, чтобы с отцом работать. Да, да, да. Я изначально хотел создать маленькую крафтовую пивоварню. У отца тогда уже была первая винодельня. Мы с ним договорились, что совместно запустим винодельню, и дальше он мне поможет финансово, в том числе, с запуском. Ну, что-то с пивоварней не пошло, да? Нет, нет, наоборот. Я чуть-чуть пиво варю, все еще так. Мы его здесь продаем. Но пока не хватает времени просто заниматься пивоварением, потому что это тоже отдельное серьезное дело, и я надеюсь как-то этим заняться в ближайшее время. Ты возвращаешься в Россию. Сложно было? Ну, и остается сложно. Понятно, что я здесь не учился в школе, не учился в университете. Это как бы своя деревня, и я в ней отчасти турист. Как-то за последние 10 лет, я думаю, адаптировался. То есть в одной столице мира ты пожил в Нью-Йорке, потом в другой столице мира пожил в Москве. И ты в молодом возрасте готов вот сюда переехать. Я все-таки человек, который пожил и вырос
в Каталонии, чуть севернее Барселоны. Может быть, отчасти меня не так сильно пугает такая деревня. Здесь есть чем заняться, здесь другое качество жизни. Это климат, в первую очередь. Все-таки в Москве очень серо, и я привык к другому количеству солнца. Это продукты питания, где здесь мы выращиваем сами, и мы понимаем, что это такое. Здесь реально мы что-то пытаемся творить, и это очень как-то на психику позитивно действует. Основное ты творишь вино? Да, в основном моя задача в семье – это как раз вот винное направление. У нас есть сейчас небольшая еще сыродельня, мы начали заниматься колбасой, колбасный цех, ну и так далее. Но вино остается главным. Сколько у вас здесь гектар виноградников? У нас где-то 220. Ну, это большой объем. Ну, да, для европейских хозяйств это достаточно большой объем, для российских это небольшой относительно. Климат ровно такой же, как в Альба-Пьемонте, это северная Италия. Как раз недалеко от региона Баролу. В таком в идеальном будущем здесь будет много разных производителей, а не только мы, не только наши соседи. И здесь будет вот это разнообразие, которое мы видим в Италии. У русского вина есть шансы хотя бы в России постепенно заместить остальные? И сейчас уже разговор не только заместить, но сделать что-нибудь свое, что будет востребовано на глобальном рынке. А такое возможно, да? Ну, безусловно, ведь все-таки относительно недавно появились Штаты, как видно, регион, и там уже есть свои там тяжеловесы. Люди начали интересоваться такими регионами, как Словения. Есть шанс что-то сделать, если что-то сделаешь такое, во-первых, хорошее по качеству, во-вторых, долговечное. В вине очень ценится время. Сколько уже инвестировалось сюда? Вы считали хоть раз? Скорее, в районе 5 миллиардов рублей, но это не только виноградники. Здесь есть и девелопмент в виде домиков, гостиниц и так далее. То есть через какое-то время здесь можно будет купить домик? В принципе, мы уже начали продавать, просто сейчас продажи только большие участки, такие, где можно строить домик самому. Остальные участки, которые поменьше, мы будем уже продавать с готовыми домиками, потому что мы не хотим, чтобы здесь был такой стилистический Шанхай. Проблема России и острая проблема на юге – это то, что люди застраиваются хаотично, нет вот этого единого стиля и организации пространства. И это в итоге очень сильно влияет на качество жизни. А скажи, пожалуйста, цена будет ниже, чем на Рублевке? Я думаю, что да. Он уже радует. В центре можно сделать собственный дом, небольшую винодельню, и вокруг тебя виноградники. Такие, как мини-хозяйство, мини-шато. Здесь опциональный уровень вовлечения. Это не обязательно копаться в собственном огороде. Здесь можно все отдать как раз на управление нам. Виноградники, виноделия и продажи. Можно и эти какие-то элементы оттуда выбирать. Отличная, отличная идея. Мне кажется, за этим будущее. Ну, поехали смотреть. А что за овцы? Овцы наши? Это порода французская, южно-французская, называется лакон. Вообще-то мы первые, кажется, кто привезли эту породу в Россию. Это молочная порода овец. Они знамениты тем во Франции, что молоко именно из этой породы использовалось еще со средневековья для того, чтобы делать сыр Рокфор. Мы делаем помимо йогурта из овечьего молока, мы также делаем сыры с овечьим молоком. И мы сейчас будем делать и овечью рикотту. Так что это все очень полезно, потому что овечье молоко уникально тем, что оно лучше усваивается, чем коровье у человека. Оно даже настолько уникально, что после заморозки овечье молоко не теряет свои свойства. Рады. Нет, вы производите фантастическое впечатление. Каждый раз, когда мы приезжаем куда-то, я не понимаю, что такое может быть. Ну, наконец-то мы встретились с главным Карабасом-Барабасом. Вот сколько не едем на машине, все его землю, да. Это земля Маркиза Карабаса. А не страшно все детям вот, поручать все? Очень страшно. Страшно, да? Да, боязно. Поэтому все же испортится. Все, все не то и не так, поэтому все дозировано происходит. Дозировано. Да. Вы постоянно здесь? Живете? Больше часть времени здесь. Понятно, что у нас есть какие-то вопросы решаются в Москве. Рекомендую, кстати. Это у нас из козьего молока брюш. Коровий камамбер, коровий лотерия. А вы продаете это куда-нибудь? Да, ну, в принципе, только здесь. Много. Да. Из того, что мы сделали, все требует внимания. Поскольку конечно, такие это вещи штучные, да, невозможно просто отдать на откуп, не вмешивать это все. Там, это стоит же бренд Николаев сыновья. Отвечаемся фамильной фамилией. Да. Поэтому обязаны следить за уровнем производства. Если, условно, человеку не понравится колбаса Николаев сыновья, он увидит бутылку и не купит это, вино. Это Николаев же виноват. Ну, да, конечно. Так, ну, слушайте, деловые вопросы у меня отпали. Интервью закончилось, все. Начинаем заслуженный отдых.
Это, конечно, внушает оптимизм, побольше бы таких, и тогда у нас все получится. Я захотел купить и участок, и колбасу. Колбасу я купил, а участок я об этом очень активно думаю, потому что это идеальный способ на пенсии проводить время. Ты следишь за собственным виноградом, вино продается, ты в хорошем климате, ты с хорошим питанием, недалеко от города. Нет, это абсолютно рассматриваемый вариант. Здесь все то же самое, что в Москве, просто, может быть, чуть меньших масштабах или не такое большое количество людей вовлечено. Но если есть самые современные исследования и услуги в области генетики, значит, они востребованы. Если строится экосистема, значит, люди понимают, как ее строить. Если появляется такой своего рода медиа-король и здесь, значит, он как-то в этой почве нашел для себя возможность вырасти. Это очень хорошо, потому что должно выравниваться все в стране. Не должно быть единственное место, где у нас сконцентрированы деньги, технологии и желание развиваться, чтобы это была не только Москва. Я надеюсь, когда-нибудь здесь у нас будет своя такая целиком Калифорния. Тепло, море и куча бизнесов.